Костромской механический завод номер один существует всего 4 года. Он изготовляет оборудование для предприятий легкой промышленности. Недавно на заводе вступил в строй новый механосборочный цех. Здесь освоен выпуск прессов-полуавтоматов для обувной промышленности. Коллектив цеха быстро освоил новую продукцию. Пресс-полуавтомат механизирует операцию, которая до недавнего времени считалась ручной. С его помощью изготовляются комбинированные стельки для рантовой обуви. Испытания пресса дали хорошие результаты. Применение нового механизма на Ярославской обувной фабрике «Североход» позволило намного повысить производительность труда на этой сложной операции.